Давай, полицейское государство! Граждане требуют: долой полицейское государство! Вам это нравится? Это и есть самая настоящая путинская стабильность, путинская полицейщина. Привычный винтаж происходил по отработанной схеме. Натасканные на людей псы в погонах взапрели от усердия, отрабатывая хозяйскую косточку. Прикажи им Путин, они бы зачистили и Минина с Пожарским. Но, к сожалению, героев такого масштаба в сегодняшней России пока нет. Может, потому и народное ополчение насчитывало 4 ноября 2012 года в Нижнем Новгороде всего лишь пару-тройку сотен граждан. Зато настоящих. Свободу полицейским заключенным!